Ха-ха, привет! Ну что, дорогие друзья, сегодня наше Ум-бум-шоу посвящено спортивной тематике. Поэтому 3, 2, 1, поехали! Какой спортивный снаряд весит 2,5 грамма? И его может поднять даже грудной ребенок. Легкое. Вопрос не из легких. Конечно, не из легких. Я же говорил, что легко не будет. Стрела. Стрела? 2,5 грамма? Дротик. Какой? Дротик? Это кубик. Кубик? Какой кубик? Кубик Рубика, по-моему. Перчатка. Перчатка? А какая перчатка? Правильно. Боксерский. Воздушный шарик. Воздушный шарик в спорте? Ну, обычные там какие-то перчатки. Перчатки какие-то. Или мячик для пинг-понга. Хорошо, молодец. Баланчик. Теннисный мячик. Молодец, хорошо. Все, завелись? Точно? Приготовились? 3, 2, 1, поехали! Какой вид спорта для одних может быть легким, а для других тяжелым? Ну, любой спорт. Любой спорт для одних может быть легким, а для других тяжелым? Ну, там, допустим, там карате, там тэквондо. Ничего себе, любой спорт карате. Тэквондо. Потому что некоторые устают иногда. А, вот оно что. Легкий спорт. Это когда плавают, а тяжелый это когда бьются. Плавание. Некоторые могут поплыть очень хорошо и быстро спортивно, остальные могут там утонуть, и им надо круг бросать. Ну, мне кажется, что это легкая атлетика. Тяжелая атлетика. Тяжелая атлетика. Потому что некоторые люди уже тренированные, и они это легко делают, а некоторые люди, ну, просто не такие тренированные, и очень сложно. Легкая и тяжелая атлетика. Молодец, хорошо. Тяжелая атлетика еще может быть. 3, 2, 1, марш! Что же быстрее, 2 колеса или 1? На старт! Внимание! Марш! Поехали, поехали! Давай, давай! В 19 веке, это 200 лет назад, людей учили этому спорту заниматься по 2 принципам. Так, как делают это некоторые животные. Животными эти были лягушка и собака. Что это за вид спорта? Дрессировка. Дрессировка? Ты думаешь, людей дрессировали раньше? Нет. Защищались. Защищаться? Да. А как лягушки защищаются тогда? Никак. Никак, то есть защищайся, как лягушка. Он такой... А! Что делает лягушка? Прыгает. Хорошо, что делает собака? Лайт. Лайт. Что делает лягушка и собака вместе? Прыгает и гавкает. Прыжки в длину. Прыжки в длину, думаешь? Ну, возможно. Конечно же, бег тоже, да? Тоже бег? Да. Ты видел, чтоб лягушки бегали? Ну, они прыгают то же самое. А, то есть ты бег с препятствиями, да, думаешь? Да, да, да. Ну, плавать. Плавать. Отлично, молодец, давай 5. Плавание. Плавание, думаешь? Да, потому что и собаки, и лягушки умеют плавать. Плавание. Что? Плавание. Чего так не уверена? Плавание. Молодец. Это плавание, можно по лягушачьи плавать и по собачьи. Хорошо, молодец. Ум-бум-шоу! Ум-бум-шоу, бля-бля-бля-бля. Ум-бум-шоу. Ум-бум-шоу, это круто! Ум-бум-шоу! 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 Все.
всем большущее спасибо. Если есть желание, приходите. Каждые выходные мы снимаем новую рубрику «Ум-бум-шоу». Желаю крепкого здоровья, хороших выходных. До скорой встречи. Да что ж такое?